например, а вот давайте катаральный гастрит. Вот проверим, он у нас, скажем, переходный. А есть он у нас или нет? Ну, просто как проводить анализ? Мы с катаральным гастритом бокалом делаем. Ован йокму, что сейчас будет. Он у нас япьёдок делал. Doğruluk olup olmadığın neye basarak hangi tuşa basıyorduk diyor. Katalog gazetesi seçiyoruz. Seçiyoruz. ADD yapıyoruz. Ya, hayır hayır. Correction. Correction. Doğru mu değil mi diye. Correction. Entropin analiz. Şeye bakıyoruz burada. 0.42. А здесь у нас 0.37. Ya, там коэффициент больше, то есть как бы тоже он не активен. Актив değil ama eskiden var. Да, то есть чем, если там коэффициент такой же или равен, он, то есть этот, скажем, в принципе, катаральный гастрит как таковой есть, но он не является главным. То есть есть какой-то основной, от которого уже все остальное пляшет. Mm-hmm. Может быть, это, то есть нам катаральный не подходит, а вот, например, просто гастрит, инвазивный гастрит, он подойдет. Давайте мы его проверим. Гастритобокальный, да? Сюда, и давайте сюда сначала. 0,22. С ермики. А здесь у нас 0,12. Ну, тоже Майский. Какая-то стадия ремиссии. Раньше было. Да, гастрит. А это? Эрозив гастрита бокалом делал? 19. Ну, то есть, скажем, проблемы с желудочно-кишечным трактом есть, но они все, ну, не в стадии обострения. Это гастрит у меня был же? Да. Недолеченный гастрит. Ну, вот до сих пор идет. Он, может быть, есть в каком-то таком хроническом состоянии. Поэтому врач, скажите, то есть врач из этих гастрит, какой-то должен выбрать один. Şimdi... Kesin mideyle ilgili sıkıntı olduğunu biliyoruz. Sıkıntı çözülmediğini de biliyoruz. Uzun zamandan beri işte varmış, tedavi etmemiş. Bunların içerisinde hangisi için ilaç yazacağını, hangi gastrit için ilaç yazacağını doktor kararı veriyor. Поэтому мы можем, скажем, добавить просто слово гастрит. Добавить в эпикриз. Uh-huh. Говорите. Sadece mesela gastrit olarak kaydedebiliriz diyor. Orada not düşeriz diyor. И в эпикризе пометить yazarız diyor. Digestive system gastrit. Chronic. Chronic. Yazdım. Лечение желудочно-кишечных проблем. Гастрит için hangisi iyi gelir? Buna bakabilirsiniz, да? У нас есть... Он выберет? А, выбирайте. У нас есть, кстати, аллопатия. Аллопатия бокалы, если я делаю. Аллопатия – это официальный фармацевтический препарат. Если будет таблет, аллопатия, да? Берет. Mesela bunlar şey ну, например, direkt nok какой-то nitroxilin 5 nok словини. Şu üreticinin yaptığı şey bunun için iyidir diye çıkarttı. Antibakteriyalное действие и высокая активность. Антибиотик. Уро антисептик. Ну это какой-то антибактериальный препарат. Mm. Это против гастрита. Ну гастрит же от бактерии? Да, бактерия. Антибиотики, я думаю, да. Язву вызывает с помощью хеликобактер пилори. Ну, допустим, да. То есть. Директ человек. То есть, но смотрите, вопрос назначения лекарственных препаратов — это только официальный врач. И только официальная медицина с лицензией. Сатланлар. Сатланлар, и bunu доктор izni olmadan yazdırmaması gerekiyor. Ну, теоретически это возможно. Ama teorik olarak bunlar işinmesi gereken saptat diyor. Neyse. Yani bunların içerisinde seçecek doktor. Ya ben de gastrit var, şu sonuç çıkardım deyince şunların içerisinde seç. Ya da buna benzer bunun muadillerini verir doktor diyor. То есть здесь также можно пользоваться коррекцией. А, нет, энтропийный анализ не будет. Энтропийный анализ только с патоморфологией и нозологией. Но бы на сечь меньше, он анализ yapmadı. Hayır, hayır.
entropinin analizi, entropi analizi sadece patomorfoloji ve nosolojikal form работает, için работает geçiyor. Только yerler için geçmiyor. Anladım. Yani direkt hastalık, patoloji için geçiyor. Tamam. Exit. Exit yapıyoruz değil mi? Ну давайте ливер возьмем. Ливер. Карьер. У нас здесь даже есть очаг. Так как мы здесь. Секундочку. Так как мы здесь тестировали очаг, то у нас есть возможность исследовать орган в целом и исследовать очаг. Bu organ genel işte şeyi. Bunun için diagnoz yapabiliriz diyor. Ya da işte kaynak. Sorunun kaynağı için de analiz yapabiliriz diyor. Поэтому мы можем сюда зайти. Недуз кайнах. Недуз кайнах, демек. Yani hastalığın kaynağı. Burada clear yapıyoruz, patolojik yapıyoruz. Дискинез, точно дискинез. Это... Хронический холецистит. Да, да, да. Этот можно есть. Это даже докторы же сказали. Билирин. Это точно тоже есть. Дискинез это когда от... Недуз шейден, хастарик. Kaynağı bir de öbürü neydi? Normal olan? Normal organ. Genel organ. Organ diye mi yazıyor? Organ yazıyor sadece. Nidus da kaynak, hastalık kaynağı. Asıl şey. Diskinezya, как я знаю, это отклонение от нормы. Билиари. 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 Это латеральный, ну, на медицинском термине это не знаю. Дисфанкшн. Of body dysfunction. Холецистит. Короче, не важно. Соответственно, два. Вот есть лямблия. Паразиты. Микроорганизм ангельминс. Мы можем выявить, скажем, микрофлору. Очень популярным является выявление патологической микрофлоры с помощью нашего аппарата или вообще. И как следствие они и вот, то есть, назначают какую-то терапию против паразитов и гельминтов. Поэтому также наша программа дает такую возможность. И, допустим, надо будет потом присмотреться. То есть, понимаете, ну, скажите, да. Burada diyor, işte şeyde mesela karaciğer, karaciğerde genellikle işte şey, karaciğer hastalıkları oranın işte mikro işte ortamının bozulması, oradaki işte mikroorganizmaların çoğalmasından dolayı kaynaklanıyor. Bu cihaz onu da tespit ediyor. Şey olarak bunu çıkartır diyor. Yani mikroorganizmalar yani etten geçmiştir, işte bir şeyden geçmiştir. Onu da mesela correction yapalım mesela diyelim şunu. Correction. He. Daha da şey düştü. Şimdi entropik analiz. Ha bunun için geçmiyor. Bunu da ekleyebiliriz aslında ya. Kolesist var zaten. El yapabiliriz. Şurası önemli ya. Çok sert. Ama hepatit olma riskin düşük. Şeylerle mi? Pankreatit olma riski yüksek. Ve kronik holesistit. Holesistit kesin var bende. Kesin var. Далее. Теперь мы можем попробовать подобрать какую-то оздоровительную продукцию. Herbalife. Forever Living. TNRJ какой-то. Значит, подбор препарат. Смотрите, то есть, вот он спрашивает, какой порядок действий, степ-бай-степ? Первое, протестировать орган. İlk olarak, yani, adım-adım, tekrar hatırlatıyorum, да? Органы buradan geçiriyoruz, tarıyoruz. Соответственно, тестируем орган, после этого, вот чем занимается? Надо назначить, выявить проблему, это патоморфология, нозология, микроорганизмы гельминты. Проблемлер şey yapıyoruz. Проблем bölgeleri şey yapıyoruz. Belirtiyoruz. Kaynakları işte şey yapıyoruz.
Ondan sonra patoanalojik ve nosolojik şeyleri kesin yapıyoruz. Çünkü o hastalığın bu üçü şu. Patomorfoloji, nosolojik ve mikroorganizm filmi. CD yazdım ben zaten. Yani. O kesin. O hastalığın ana şey. Bunlar belirttikten sonra her bir organa hangisi, hangi işte şey, ilaç iyi gider, hangisi teker teker seçiyorsunuz, hangi ilaç iyi gider, hangisini yemeli, hangisini yememeli, şu iyidir, şu kötüdür, seçiyorsunuz. Bitti. Anladım. Соответственно, выявляем проблему. После этого врач, там, специалист работает с каким-то видом оздоровительной продукции. БАДы, фитотерапия, гомеопатия, аллопатия. Вот с этим. Он идет в эту группу этой своей продукции и назначает. Orada подбирает işte, ее. Orada işte bitki mi, işte fitoterapi mi, işte BAD bu bileşimler var ya, bu herbalar karışımı, işte, karışımı onun gibi mi, hangi tür işte şeyin o seçiyor diyor. Doktor seçiyor diyor. Yani hasta için hangisinin uygun olduğunu doktor seçiyor diyor. Ve yazıyor. Подбор может осуществляться. Самый быстрый и верный вариант. Врач имеет опыт применения и назначает на основании коэффициента и своего опыта. Şimdi burada seçerken doktorun kendi işte tecrübesi var ve burada şeyler var diyor. Oranlar var diyor. Tecrübesinde de kafasının karışık olduğu noktalarda bu oralar yardımcı olacak diyor. Второе. Второй вариант. Если то есть это уже будет индивидуальное назначение. То есть мы строго индивидуальные коэффициенты умножаем на опыт использования врача, скажите. Yani şimdi bu oraların iyi tarafı ne diyor? Bu bünye için, taranmış bünye için uygun olanları gösteriyor. Aynı şey şeyler mesela başka bir bünye için aynı hastalıkta bunlar geçmiyor olabilir diyor. Bünye değiştiriyor. Bünye de göre şey yapabiliyor diyor. Çünkü hangisi uygun, hangisi uygun değil. Bu taramıştır diyor. Yani aynı ilaç iki insana da etki edecek diye bir şey yok diyor. Anladım. Но можно сделать совсем красиво. Скажите. Ama başka türlü de yapılabilir diyor. Да, то есть мы можем сделать вегетативный резонансный тест с построением виртуальной модели каждого органа, скажите. Ya da işte doktorun da emin olmadığı mesela buna uyar mı? Tamam, burada uyar ya da uymaz yazıyor diyor. Bir bakalım, bu işte diyelim ki bu ilacı verirsen hastaya ne olacak? Onun bir modelini bilgisayardan görebiliyorsunuz diyor. Vermeden önce. Nasıl? Yani hastalı organları var. Hastalı organları iyileştirmek için şu ilacı yazacağım. Yazdıktan sonra nasıl etkileyecek? Onu önceden test edebiliyor diyor. Görebiliyor diyor. Onun için de verete var diyor. Verete fonksiyonunun şeyi o. Yani verilecek ilacın etkisini ölçüyor. Verete değil mi? Evet. Verete. Verete verilecek ilacın etkisini ölçüyor. Verilmeden önce. Потом я, ну пускай он сейчас запишет, скажет ему. Соответственно, когда мы сейчас должны познакомиться со всеми функциями. Я их вчера показывал бегло. Мы сейчас их в принципе бегло повторим. Потом он сделает свое, свое исследование короткое. Покажет, как он этими всеми функциями пользуется. Şimdi bu fonksiyonların hepsini anlamamız gerekiyor diyor. Şuradaki yazılan ne işe yaradığını anlamamız gerekiyor. İşte onları bir yazsak bu yazsan çok güzel olacak. Ben baştan tutayım onu. Bunları çekeceğim. Description, açıklama kısmı. Description это объяснение, да? Описание. Да, описание. Значит, функция restore all, восстановить все. Она делается, связана с коррекцией. Мы можем проверить много разных эталонов, выявить их там, так сказать, какую-то вот, подходимость какую-то, а потом нажимаем Restore All. Сбрасывается. Şimdi biz düzeltme yapıyoruz ya, tekrar bir inceleme. Restore All'da ilk incelemeye geri döndür. Bu mesela sıfırlıyor, resetleyip geri geliyor. Resetliyor. Yani şuraları verete yaptık, ENT yaptık, bilmem ne yaptık falan. Resetleme. Resetleme işte şey. Обед? Ну ты тогда Mark işaretleme. Mark это
Марк это, значит, допустим, анализ относительно выбранного эталона всех остальных. То есть он становится нулевым, и мы начинаем анализировать относительно него. Не относительно органа, которым, относительно которого мы сравниваем, относительно этого эталона. Şimdi Mark şurada şeymiş. Mesela 5-6 tane tedavi şey ilaç çıktı değil mi? Şeyin karşısında. Ama doktor birisini biliyor, diğerlerini bilmiyor. Bildiği ilacı Mark seçerek Mark tuşuna bastığı zaman onu başarıyor. Ve bu ilaca göre diğerini kıyasla bu ilacı ne kadar yakın? Onlar ısrarlıyor Mark tuşu. O zaman ilaç kıyaslama. İlaç kıyaslama. Evet, ne için uzman funksiyon? Yani bu doktorlar bildiği için çok fazla gerek yok. Kullanılmaz, çok fazla kullanılmaz yok. Ondan sonra correction de düzeltme. Correction. Düzeltme yani şey yaptık ya mesela ne kadar yakın. Yani ne kadar olasılığını oranını düzeltiyor. Oranı düzeltiyor. Düzeltme aynı zamanda oran görme. Oran görüyorsun da. Oran görme. Entropi analizi de şey. Dient analiz, entropi analizi de şey. Şimdi kronik mi bu, değil mi? İşte orana ne kadar yakın? Remisyonda mı? Remisyon var mı orada, yok mu? Onu gösteriyor. NT'yi bir daha söylesene abi. Efendim? NT mesela bir hastalık seçtik değil mi? Burada hastalığın şeyi var. Oranı var. Entropi yaptığımız zaman eskiden de var mıydı bu? Tamam. Yani şimdi mi? Kronik mi değil mi? Kronik mi değil mi? Akut mu? Şimdi mi lazım? Ya da eskiden de var mıydı? Yani yeni mi çıkmış? Kronik mi değil mi? Entropinный анализ. Итак, давайте я вам сейчас еще точнее скажу, что такое вообще энтропинный анализ. Вот, так сказать, пока ознакомились вообще в целом с поэтапностью тестирования, но им уже неоднократно пользуются. Значит, энтропийный анализ – это специальная функция, которая показывает нам стадию развития заболевания. Yani grafikte hastalık tarihçesi. Grafikle. Oo. Normal çıkan. По времени это? Ну вообще в целом нет, не по времени. Вот смотрите, видите, вот нулевой это графики близкие друг к другу, да? А шестой сильно изменились уже, стали расходиться во многих местах. И соответственно это, вот оно само, есть такая визуальная штука. Если мы нажимаем на этот график, то он начинает так вот двигаться. Хасталык насы илерле дону гёстерёв. Yani vücuttan nereden nereye geldi. Onu gösteriyor bir yalan bir entropi. Çok önemli bir şey. Mesela oradaki oran, скажем там, если 0,1 и здесь 0,1, значит это акут. То есть здесь действующая болезнь, которая вот действительно мучает человека, да? Если там тоже 0,1. Если коэффициенты совпадают. Да, совпадают. Если коэффициенты совпадают, то да. Чеверем. Тклайп дондеревлёс. То есть активная, да, активная болезнь. Активная. Да. Значит, вот еще какой момент. Что вот это вот такое вообще вот это? Это как раз программа просчитывает ступени развития от абсолютно здорового органа весикофилия. Петерлинг, ну человек, да, такой. Фирма, нет, Петерлинг это фирма. А Беллинга дискинезия это диагноз. И программа просчитывает изменения. Вот как раз вот стадии, ступени изменения от этого заболевания, от этого здорового органа к заболеванию. Соответственно, у нас шестая ступень. Да, но коэффициент 0,32, он достаточно большой. То есть можно сказать, что сейчас стадии ремиссии не активно этот процесс, но он в принципе присутствует. Есть. И небольшой толчок, он опять начнет работать. Вот. Энтропия, еще. То есть это ступени. Я не... Сравнивая уже со ступенью, мы можем выявить вероятность. Графич хартио. Бу, саулыклы адамдан
ne kadar işte şey sağlık düşmüş. Düşmüş onu gösteriyor. Çıkıyoruz abi. Şimdi mesela şunu şöyle yaptık. Doğru mu? Aha. Ondan sonra buradan analiz dediğimiz zaman. Evet. Doğru mu abi? Burada grafiği görüyoruz. Evet. Ne yazmış? 3000 03 03 demiş. Burada 02. Yani normal. Yok yine şey. Şey kronik yani eskiden göre. Evet. Çünkü 02 çıkarsa şimdi var. Mevcut. Şimdi başladı mevcut. Zaten şu rahatsız ediyor. Şu 02'ler önemli. 383-382'ler önemli değil zaten. Evet. Yani sıfıra ne kadar yakınsa olasılığı o kadar şey. Azalıyor. Aynı. Şey çoğalıyor. Aynı. Çoğalıyor. Aynı demek yani. Sıfır demek yani. Aynı tıpatıp. Sıfırdan biraz şey yani biraz fazla buna çok yakın. Uzak. Uzak. Uzayınca da şey ha kronik bilmem ne aşağıda mesela 7 falansa ya mesela bir alakası yok burada. Alakası yok mesela bunun çok. Bunlarla alakası yani yok. Öyle hastalık yok. Yok yok yani. Tamam. Ama o olma şey ya yani bütün insanda var olasılık, hasta olma olasılığı. Aa şu tako NLS analiz. NLS analiz. NLS анализ работает с функцией. Aynı olursa mevcutta var. Mevcutta var ha. Mevcutta hastalık. Aram hesabı varsa. Geçici. Aram hesabı varsa kronik. Kronik. Evet, o tamam. NLS анализ de НЛС анализ. Он работает только с группой биохимический гомеостаз. Биохимический гомеостаз. Хомостаз чей функционирует сейчас вот его. НЛС. Биохимический хомостаз. Биохимическое равновесие. Не дай мне сейчас не дай хорошо мне. Биохимик, биохимикал, биохимиасал, биохимиасал, химиасал, хомостазла, сейчас вот. Biyokimyasal, homostaz derken onu anlamadım. Homostaz, ya ortam demek ya, yani. İç ortam, biyokimyasal ortam. He, biyokimyasal ortam vücut ortam mı? Evet. Asit mi ölçüyor? Mineral, mineraller uygun mu, yağ uygun mu, işte bilmem neye uygun mu? Kimyasal, bir dakika abi, mineraller. Yani homostaz yazsanız, o homostaz kelimesi hepsini içerir. Onu da yazalım, mineraller, yağ oranı. Homostaz dedin değil mi? Hı-hı, homostaz. Homostaz. Genel durum. Hı hı. Genel biyokimyasal durum yani. Genel biyo. Yani adam bünyenin şekli. Biyokimyasal şekli. Kimyasal durum. Bir dakika abi. Vücut hali diyeyim ben şimdi. Aha. Vücut. Работает следующим похожим образом, как энтропийный анализ. Энтропия бензин, да? Мы выбираем параметр. Канцером, если да? Выбираем параметр, например, какой-то альфа-амилаз серум в крови. Нажимаем и получаем, скажем, это как замена, такая упрощенная замена анализу крови. Конкретно этого параметра. Kan tahlili gibi bir şey bu diyor. Yani kan tahlili işte şeyleri mesela blood serum şu şekilde çıkar. Hı-hı. Adam bu adam şeye gitse kan tahliline gitse mesela kan serumu gram 32 gram olarak çıkar diye işte litre başına. Normal insanda da işte это нормальный человек, да? Не, смотрите, суть какая? Здесь сравнивается уже немножко по-другому. То есть не здоровый орган и больной, а орган при минимуме параметра. Ну, то есть шо? И при превышении этого параметра. Uh-huh. То есть график состояния при минимуме параметра и при превышении параметра. То есть, ну это как допустимые границы. Я не шу шунла шунла арасында нормаль инсан инсалар эн фазла бу эн аз шу. Я не Kan serumu burada kaç? Burada 0.55'miş. Değil mi? 0.55. Evet. Şimdi kan serumu 12 ile 32. Yani ben normalim burada. Normal. Şu aralıkta normal. Şu aralıkta normal. Bu aralığın neresinde kan serumu? Buradaymış.
kanserumum benim buradaymış. Это даже в процентном соотношении можно найти, сколько грамм у меня сейчас в крови. Ну, не будем этим заниматься. В целом можно так это прикинуть. Вот, но... Несмотря на график, можно, конечно. Да, значит, у нас есть... Все данные есть. То есть мы... Уикс на раз норма. Нет. То есть, смотрите, это крайняя, нижняя граница нормы. Uh-huh. Все, что не меньше, это уже болезнь и нарушение. Это верхняя граница нормы и более чем. И программа простраивает, опять же, ступени изменения графика от минимального значения нормы к максимальному значению нормы и сравнивает каждую ступень уже с вашим графиком. И мы находим, что ваш график, он сопоставим с третьей ступенью. Третьей. Это значит, что у вас норма, то есть 3-4-5 это норма. 2 это чуть-чуть. 2 это в пределах нормы, но очень близко к нижней границе нормы. 6 это норма, но близко к верхней границе нормы. Burada da numaralar var. Mesela 1 az demek 6-7 çok demek. Mesela benimki 3 çıktı normal. Aza yakın ama normal. O 3'ü nerede gördü? 3 şurada. Üzerinde tıklanmada duruyor. Tıklanmış halde. Açınca 3'te duruyor. Bazılarında 1'de çıkar, bazılarında işte şey. Ha, dur abicim. Ya şunlar gelmişlerdi. 1. Aşağıdan mıymış? Hı hı. Ha, onun üzerinde yaparız. Evet, 7 arası. Kan serumu değil mi bu da? Kan serumu. Sadece kan serumu yok orada. Orada alüvar sayısı, işte bilmiyorum, yağ oranı, kolesterol oranı hepsi var. Direkt çıkıyor. Abi şu şeyi bir daha, videoyu bir daha dursun. Çocuklar bir alalım ya. Можно еще раз добавить, это, остановить. Вот это. Yani enerjisi analizi anladınız değil mi? Evet. Kan serumu, ondan sonra kolesterol, ondan sonra bilmem ne C-reaktif protein, bilmem ne falan filan, bilirubin, bilmem ne şeyleri. Да, эти коэффициенты, они, скажем, не показательны. Вернее, то есть, если бы мы видели какое-то понижение, ну, то есть, нормально. Ama buna bakarken buraya işaretleyeceksin, değil mi? Sadece bununla. Только с одной группой. Холестерол выше, да, у меня чуть-чуть? Я бью. Да нет, ага. Даже ниже, нормально. Да. Я один раз измерял, у меня очень ниже вышло. Ниже нормы? Да, чуть-чуть ниже нормы. Ага. Даже это... Нет, плохой холестерол ниже нормы. Хороший холестерол нормы. Угу. Хорошо для, это, для сердца она сказала, что это хорошо. Ну да. Так, информационный перенос. То есть вот эта кнопка информационного изготовления информационного препарата. То есть каким образом это работает? Мы на специальное, ну, на нейтральное вещество можем записать график какого-то график состояния. Либо это может быть, например, патоморфология, нозология, микроорганизмы, гельминты, какой-то из, скажем, этих, то есть энергоинформационный препарат, изготовление этого препарата, вот билинарная дискинезия, так как это заболевание, слушайте, ну давайте вы будете переводить его. Это сейчас с видео нас синхронизирует. Это сразу начинает это, да, помогать, как бы выбираешь орган. Ну, смотрите, это, скажите, функция Information Remedy, эта кнопка активирует функцию для изготовления энергоинформационного препарата. Şimdi bu bu şey olarak dalgalı olarak bu hastalığı iyileştirmek için şeyi verdiğiniz verilere göre, adama göre şey hazırlar. Bu şeyi hazırlar. Grafiği. Grafiği hazırlar ve o verilir.
taktığımız zaman sıcak. Ha, dün benim ayağıma verdiğimiz gibi. Evet. Dur, onu özellikle sizin biraz... sizin verilerinize göre, bünye verilerine göre bilgi hazırlar. İşte dalga boyu ne olması lazım, gücü ne olması lazım, nasıl olması lazım, kaç kere olması lazım, onu ayarlar. İğne ve... Edemedi. Значит, каким образом это работает? Мы выбираем какое-то из этого окна, мы выбираем какую-то характеристику. Либо вообще отключаем все. И тогда мы работаем. Если мы отключаем все, то тогда мы работаем с графиком состояния органа. А если мы что-то выбираем, то мы работаем вот с этими вот графиками эталонов, занесенных в базу данных. Buradan onun çalışması için de buradan seçim yapmamız lazım. He. Kendi başına çalışmaz. Ve oradan şeyi seçmeli, hastalık cinsi seçmemiz lazım. Ya organ ya hastalık. Так, только орган, вот у нас один график. Когда мы сюда нажимаем, вот ливер. И один этот график. А если мы выбираем какие-то группы, то работаем уже с эталонами, которые здесь содержатся. Yani direkt hastalıklarla şey yaptığımız zaman. Mesela nasıl çalıştırmak isteriz? Mesela patoloji yok etmek isteriz. Şeyleri mesela bu solucanları yok etmek istiyoruz. İşte şeyleri iyileştirmek istiyoruz. Buradan seçiyoruz ve ona basıyoruz. Anladım. Yani, скажем, мы можем записать график состояния печени, но так как у вас оно не очень хорошее, мы можем его инвертировать. И тогда мы будем воздействовать на уменьшение дисбаланса вашего графика и на, так сказать, на профилактику в целом всего. Инверт anlamı iyileştirmek, normale döndürmek. Yani normale döndürmek demek ikisini beraber hareket ettiği. Yani grafiğinizi iyileştirmek, beraber döndürmek için çalışır. Ona программировать его. Анализ. Иллюстрирование программы. Инверте бастак. Записываем мы на матрицу. Матрица. Матрица это либо вода, либо спирт, либо сахар, либо парафин. Bu işte şeyi ya suya şey verebiliriz diyor. Suyla içersiniz diyor. Ya da işte şey şeye verebiliriz diyor. Şekere verebiliriz diyor. Ya da parafin. Koku. Ona verebiliriz diyor. O yani şeyin suyun özelliğini değiştiriyor. İçtiğin zaman şey iyi gelir. Neyle değiştiriyoruz onu? Bu bana göre dalga şeyini düzeltti ya. Ha, senin şimdi iyileştirmek için sana verirken, terapiyi verirken yani vücuttaki suya da verebiliyor. Yok vücuttaki değil. Я еще раз, вот эту матрицу копировать как? Каким образом? Не копировать. То есть мы можем записать на вот один из этих четырех видов вещества. Например, обычно записывается на сахар. Но это не просто сахар, это специальный молочный сахар, который используется в гомеопатии. Milk sugar. То есть мы выбираем. Меняется коэффициент. И мы нажимаем кнопочку вот эту. Ставим. Oradan seçiyorsun. Start dediğin zaman terapi verilmiş oluyor, değil mi? Aha, hayır. Я не понял. Вы сахар ставите сюда и через это что ли? Вот. Мы ставим это. А, в стеклянный флакончик с сахаром, а сам стеклянный флакончик встает внутрь. Сюда внутрь наливать там, насыпать вещество не рекомендую. Наливать вообще нельзя, а насыпать бурая не рекомендую. Чек. Бабай поезд, да? Я сул. Ya işte şeker atıyoruz diyor. Ve buradan enerji veriyoruz. Şey şeker tam şeker olmaz orada diyor. Bir şekil ilaç. Yani sana özel ilaç gibi oluyor diyor. Anladım. Süper. Tamam. Yani şekeri oraya koyuyoruz. Start diyoruz. Hayır, bunun üzerine koymuyoruz. Bardağın içerisine tamam. Koyuyoruz. Tamam. Ve start diyoruz. Oraya yazıyor. İlacınızı yazıyor. Ondan sonra içiyoruz. Kullanıyor. Bunu nereden geldi? Remedi? Infremedi. Infremedi, da. Кнопка называется Infremedi. Dur, bir tane daha yazalım. Действительно помогает? Воду, да. Гомеопаты.
Гомеопаты этим пользуются. Это не мы придумали. Есть аппараты просто акупунктурной диагностики и энергоинформационного переноса. То есть по точкам все это может высчитываться и записываться с помощью подобных вот биорезонансных камер на вещество. Воду можно будет попробовать здесь? Можно. Только надо это самое, какой-то стеклянный флакончик. А эти пластмассовые не проходят, да? Пластмассовые нет. Не, я вот такую себе куплю. Вот такую одну. Ну, я сюда зачем? И для тебя пёкс. Итак, линянка. Зеленка? Нет, написано линянка. Я не знаю, что это такое. В общем, будем считать, что это спирт. Настойка на спирту. И мы, соответственно, установили. Все у нас готово. Нажимаем старт. Да, особенность какая-то, что мы направляем сюда вот это. И нажимаем старт. Действие. Это называется лекарство под индивидуальный этого человека, да? Да, это мы его же собственную частоту инвертировали, в обратном виде записываем. Для того, чтобы он будет принимать это вещество. Как твой? И да, у него будет меняться его состояние, ну, скажем, это будет как поддержка. То есть гаситься отрицательное, усиливаться положительное изменение. Угу. Все, готово. Нажимаем клаус. 9 проходов. Okay. А если мы выберем, соответственно, что-то, мы можем вот выбрать какой-нибудь отлямбий. Отлямбий. Значит, нажимаем Information Remedy. Ну, на самом деле, может, все подряд, ну, вернее, все подряд на одно нельзя, но мы это пить сейчас не будем, поэтому мы сделаем все подряд. Так, лямбля, не копия, а вот это, старт. Инверт не делали. А? Инверт не делали. А, инверт, да, надо сделать инверт, так как это патологический процесс, вот здесь написано. Надо сделать инвертацию. Инверт. Там показывает инф, когда инвертированный. Да. И маркер инвершн. Или инвертер. А инверт диосон. Нормально дондер диосон. Нормально дондер диосон. Су, я да, işte şey, şeker, я да, şey olabiliyormuş. Испирто, yani alkol. Alkol diye yapılabilir diyor. Ben neyi bilirim biliyor musunuz? Ay ışığında bırakılan su var ya. Bazen insanlar iyileştirdiğini gördüm. Yani bir gün gece bırakıyorsunuz açık ay ışığında. Sabah içiyorsunuz. Allah. Gördüm. Olabilir, doğrudur. Neden? Bu şey olabilir. Bunun moleküler yapısını değiştiriyor ya. Suyu size göre ayarlıyor. Hı-hı. Sizin bünyeye göre. Anatomiye göre ayarlıyor. Anatomiye göre ayarlıyor. Süper bir şey ya. Значит, можно также какой-то препарат, Hı-hı. его уже в прямом виде переписать на матрицу какую-то. Hı-hı. То есть мы выбрали отсюда. Это полезно какое-то там гомеопатическое вещество. Инвертировать его не надо. Hı-hı. И нажимаем. Hepsini göre verebiliyorsun. Hepsini bir yere topluyor. Komple içiyor. А были ли, скажем, подтверждения, вот скажем, люди проходят, например, лечение с помощью этого, да? Пьют воду, инвестированную под их это, параметры. Да. И чтобы они излечались.
вылечили себя. Понимаете, но это информационный препарат. То есть он оказывает только как поддержку. Поддержка, то есть усиливает, улучшает, но максимально да, не лечит. То есть он может идти как сопутствующее лечение. Но были, конечно, случаи, когда люди себя... ну, то есть только этим способом они вылечивались. Но мы вообще не рекомендуем. Есть, скажем, все зависит от проблемы. И если есть небольшая проблема, то достаточно только этого воздействия. Если... Я, например, пью вот эти, да, сам пью вот эти препараты пробиотики, да, например, ну, от докторов, я уже не верю в тот доктор, потому что они уже сделали что-то свое дело, в принципе, да, и периодически, хронически эта проблема мучает в течение уже 11 лет. Никакие вот линексы всякие эти от дисбактериоза не помогают. Можно ли попробовать вот так? И линекс, и воду. Я этим сейчас. Линекс, ну, линекс сам по себе, а сделать вам зарядить воду можно. Вопрос в том, что вода, она недолго хранит информацию. Она хранит информацию там 2-3 дня. Несколько на дней. Сахар надо, да? Надо на сахар. Сахар тогда около 2 месяцев хранит информацию. И спирт хранит тоже около 2 месяцев информацию. То есть и налить делается... на воду и вот так пить спирт, что ли? Нет. Ну, несколько капель в стакан, добавляется чистая вода, все дело смешивается, выпивается. İlaçlara yardım etsin diye bu işte şey direkt kendisi şey yardımcı olmayı elde ediyor. Tam senin şeyini ayarlanmış ama sonuçta su. O şeyini hastalığını etki edecek ek elemanların da şey gelmesi lazım diyor. Далее. Так, это функция энергоинформационного переноса. И вегетативный резонансный тест. Мы хотели про него поговорить. Возвращаемся опять к нему. Вереде дönelim diyor. Onunla hakkında konuşmak istemiştik ya. Mesela Herbalife'ten. Да, мы вчера его показывали. Соответственно, одевайте наушники. Сейчас покажем для, для видеозаписи. Электроды. Правый и красный. Вегетативный резонанс. Стало лучше, но не 100%. То есть, ну это чай какой-то, а это вот. İyileştirir mi, iyileştirmez mi o şeyleri test ediyoruz şimdi. Verete yazmıştık ya. Пациенту рекомендуется одевать, ну естественно, то есть скажите это для камеры, что пациент должен быть в с электродами в наушниках, при, yani, как при обычном тестировании. Yani bu şeylerin çalışıp çalışmayacağını yani hasta bu şey kulaklığı takıyor, eldivenleri tutuyor. Ondan. Шизандра, да? Вот предыдущий какой-то green and white там. Bana bu şizandıra daha uygun mesela. Bu çok daha iyi. Herbalife'ın bu şeyi daha iyiymiş. Это лучше. Посмотрим. Соответственно, следующим шагом, остальные функции мы знаем. Описание эталона, переход к эпикризу и это самое, добавление эталона. Мы добавим вот это.
И вот это. Не-не-не, шизандру. Шизандру не тестировали. По-моему, не тестировали. Нет, это шизандра лучше вышла, чем так. Сейчас еще раз. А, не-не-не. То есть с этим все вот мы разобрались. То есть фактически теперь все функции, да, но есть у нас следующий энергоинформационное воздействие. Очень полезная и интересная функция. Вот орган с проблемами. Орган с проблемами. Он, мы переходим. Ну давайте да, обсудим, может быть, еще раз information remedy. Это то же самое, что у нас было ливер. Видите? То есть мы с этим уже работали. То есть не обязательно входить в то окно с подбором эталонов, отключать все, чтобы сделать information remedy. Можно это прямо отсюда. Понятно. Bu su şey hazırlama şeylerini direkt bu şeyden de yapılabilir diye. Dışarıya çıkıp bu infrarömeci yani o butonu arayıp yapmayabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz diyor. Энергоинформационное воздействие. Нажимаем кнопку энергоинформационного воздействия. А, вот это же не показано. Что? Вот а, да, да, да. Сейчас мы поворачиваем. Сильно крутить это все не следует. Я вообще вас думаю. То есть пациент, в принципе, сидит все время с одной стороны. Либо мы наклонили на стол, либо мы направили пациента. Наклонили, направили. Так. Да, не забываем, соответственно, чтобы это смотрело на пациента. Есть у нас вот центр воздействия некий. Orada да, bu şey yeşil şeyi görüyor musunuz? O nereye? Zone of influence. Etki alanını şey yapıyorsunuz. Bu bununla ölçüyorsunuz etki alanını. Bu noktalar sorunlu değil mi bende? Вот эти проблемы. Ну мы между двумя пятерками. Yeşili ortalıyor, merkez diyor mu? Efendim? Yeşili merkez diyor, merkezden büyüyor. Evet. И нажимаем кнопку старт. И пошло энергоинформационное воздействие. Происходит воздействие и одновременно контроль этого воздействия. И строится новая функциональная картина функционального состояния. Мы перешли как бы к первый шаг пройден. Ливер, печень под воздействием информационного воздействия. Нажимаем еще раз сюда. И нажимаем еще раз сюда. Эвадуатю, да? Пятерки. Исчезнут сейчас, посмотрим. Одна пятерка осталась. Еще разочек. Ну, вот сейчас вот так вот сделаем. Ну, пока не уходит. Да, можно перейти, то есть у нас теперь в результате есть печень под воздействием, раз, два, а шизандры, да, мы тестировали, это у нас есть важно, шизандры это, и энергоинформационное воздействие. Давайте перейдем к желчному пузырю. Галлбладдер. Раз он у нас такой, так сказать, неподатливый, да. Мы очаги здесь не тестировали. Но мы можем проверить патоморфологию, нозологию микроорганизма гельминта здесь. У нас это лямблия.
черви. Угу. Добавим его в эпикриз. Или амбли давайте добавим. Соответственно, посмотрим, что у нас тут за продукция может быть. Допустим, не знаю. И можем сделать вегетативный резонансный тест. Чуть помогло. Ну, шестерок нету. Хорошо. По-моему, получше. Ну, неважно. И сделаем энергоинформационное воздействие. На исходный желчный пузырь. С той стороны. Прямо сюда делаем воздействие. Altlara hemen gidecek herhalde. Bir tane altı aldı. O da beş aldı. Еще раз лучше. Мне главное этот желудок и эти. Вот это простат, желудок и кишечник. Ну, до простаты сейчас мы дойдем. Вот, заметно лучше. Скажем, следующий вариант. Следующий вариант. Это ну, скажем, эти проблемы мы уже видели в других органах, поэтому все понятно. То есть не обязательно нам еще раз подтверждать, скажем, хронический пиелонефрит, если он у нас и так уже где-то раньше мы выявили. Скажите. Biraz önceki yaparken yan taraftan bir işaretledi değil mi? Yok, şimdi organlarda, organlar şey olduğu zaman, her organdan bilgi aldık ya, hep bütün organlar bazen aynı hastalığı gösterir. Şundan dolayı mesela şeyler bağlantılı gidebilir. Bağlantılı. Hı-hı. Bağlantılı. Bazen aynısını gösterir. Mide bozuktur. Mideden dolayı şeyler gitmiş. Ya böbrekler ağrır. Böbrek bağırsak ağrır. Evet. Burada da bende de öyle çıktı. Yani mide gittikten sonra aşağıda komple her şey gitmiş. Boris готов устанавливать программу на ваш ноутбук. Sizin bilgisayarınıza bu şey yazılsın mı? Mecbur ona yazılacak zaten sürekli. Обязательно надо. Вот этот urinary system. Urinary system, ну тут мы уже смотрели. А, давайте возьмем. А, проблема. Где шестерок? Еще полечим. Еще полечим.
желчный пузырь и какие-то тут такие вот железы. Это где-то простаты. Простата здесь? Mm-hmm. Нет, по-моему, простата где-то здесь. Mm-hmm. То есть это другие органы, они не связаны с простатой, вернее, они связаны, но вот это вот что-то вроде надпочечников, адренос. Mm-hmm. Четырех мало стало. Алтлар азалды. МСН капаты берсен, бюджет космос. МСН можешь закрыть, да, это. А все равно ничего не понятно. Все равно не прочитать, что написано в МСН. Орасын затем окаймаски делать, учи анламазды. Йо, он учен капацин демеду, мен билексияр азды чипкетни. Работать медленно, когда МСН. А-а-а. А я не пользуюсь, я скайп пользуюсь. Окумса да önemli değil zaten, sıkıntı yok. Алтылар азалды. Шестерок почти не осталось. Ну да. İkilerde bir olsun ölür. Hı? İkilerde bir olsun ölür. Ну, надо, в общем, заняться капитальной профилактикой. Да. Так, значит, что еще? Обратите внимание, все это вот, да, в результате попадает вниз с результатом тестирования. Тестен сонра бу шейлер де аша инмее башлио, шей, хасталык шейлер. Değerler. Так, сейчас. Я бутин решил, буду обить его завтра, да? Простатит и куча каких-то подарков природы. Хотя у них вот коэффициенты не очень большие, они даже не красные. То есть есть простатит, видимо, он какой-то простудный, что ли, или что-то. Застойщий, что ли, мне сказали. Из-за этого застой. Препарат и простуда. Они что-то. Что только не написали. 20.027. Ну, хронический простатит, короче говоря. Так, добавляем простатит. Теперь мы делаем подбор, например, ВРТ. Получше. Угу. Шизандра, может? Этот... А что это за шизандра? Не знаю. Запоминающееся название какое-то. Как шизофреник. Нет, похуже. Слушай. Ну ладно. Вот. Ну, можно вот еще вот так сделать. Функционального воздействия. То есть мы позиционируем это как дополнительную отдельную услугу, за которую можно брать деньги. Скажи. Энергоинформационное воздействие. Бунна, şimdi enerji veriyoruz ya şeylere. Bunun için ekstradan para isteyebilir doktorlar. Bunu tedavi yöntem olarak şey yapabilirler. Çok güzel olmuş. Так, выход. У меня здесь начало это гореть. Тепло, очень тепло. Сынная башня еще раз. Голбледер. Как горит, как будто горит. А. Голбледер это самое, я понял. Да. Не, действительно. Уга. Не вот это. Клетки крови давайте посмотрим. Давайте. Действительно, энергия вот. Как будто вот, когда протираешь, там же вот тепло и горит. Трение возникает, тепло. Да, вот, даже страшно, да? Не должно быть страшно, должно быть приятно. Ну, страшно приятно.
Не, если это все, я еще раз приду, чтобы еще раз провериться, да? Если это помогает, то я куплю вот это. Потому что. Ну, он вас не понял. Опять личные проблемы. Сейчас ты. Давайте это. Порядок. Инерф на главное, на желудок и на интестин, то есть на кишечнике. Нет. Главное это. Действительно горит. Бурасы, ямбая башлат, ямба эсэ башлат. Алла-алла. Джиддэм бар. Шурас яни, шу кысым яни. Ну, хорошо, давайте вот как сделаем сейчас. Он протестирует вам дополнительный еще орган, как будто бы это новое. Значит, а потом продолжим все эти энергоинформационные воздействия. Итак, скажите, что... şimdilik başa geliyoruz. Sıfırdan başlayalım. Evet. Operatör. Peki o zaman şunlar gelse. Bunlar geldikten sonra direkt ona uygulama yapsak o isteyecek ya şimdi. Gelmek üzerelerdir. Можно ли? Вот сейчас мой друг. Direkt oradan başlayalım. Он будет как модель, я на нем буду это работать. А, на друге. Ну тогда давайте. Тогда продолжим с вами. Ага. Ben şu şey işimi bitireyim. Нет, пока для вас пускай посмотрят еще пару органов, например, новых. Bu şey INF yapabilir misiniz mesela benim bağırsaklara ince ve kalın bağırsak INF yapabilir misiniz? Nasıl yapıyorduk? INF dedi ha şey. Bu şeyleri. Biraz önceki yaptığı olay. Пару новых органов и small intestine ince bağırsak mesela. Şu. Açıyoruz. Не, секундочку. Можно сделать новый. Yeni şey. Это новое исследование отжать авто. Автоyı kaldırıyoruz. Коррекцию. Не сечели, мысля. Диагностик сечем мы? Анамнезис. Анамнезис. Сырайла gidiyoruz. Evet. Burada анамнезис de şey, şikayet demek. Mesela impotensi şey, iktidarsızlık. Импотенция, что поблизости, спасибо, башарысы, что... Нет, это просто olur. Перечень, это не установленная для вас жалоба. Не, я объясняю, что один это... Один из списка. Здесь есть эти жалобы клиентов. Да. Вы можете выбирать здесь и отсюда выбирать эти органы, да? Да. Которые вот... Меселя, делим ки, бишей сечели, меселя, берем... Гене карын арысы ilgili бишей сечели, шейле, биде ilgili. O zaman sen buraya yapacaksın, işte en büyük sıkıntı bu. Так, а если мы хотим, если вы хотите их выбрать, тогда можно было бы воспользоваться кнопкой анамнез. Но так как мы уже отжали авто, нажали коррекцию, то мы уже в анамнез вернуться не можем, скажем. Бурая гремез, девочки, бурая гремез, отою калдырдык, тё. Садзе бурдан сечерз, озыма. Озыма, сэн бурдан сөйлеп алым, бир астан. Чтобы у нас появилась возможность, нам надо как бы выйти из программы. Дуоден умвал, например. Я да панкреас, панкреаса бакалым, мэсэля. Ну, давайте, да. Yes. Галочка. А нет. Нет, анчек. Хепсин чей чей обмазать должен. Ве садзе. Бересни се покажешь же. Ага. Бактер. Что нра? Старт. Ну еще какой-нибудь еще один. Я на битане да сейчас я тебе сделаю. Панкреас. Large intestine. Мысля. Можно сделать стенку тонкого кишечника и стенку толстого кишечника. Wall of small intestine with a wall of large intestine. Yani bu ince bağırsak duvarı ve kalın bağırsak duvarına bakıyoruz. Ve de pankreasa bakıyoruz. Anladım. Şimdi start diyoruz. Şimdi bekliyoruz. Duvarlarda bir sıkıntı yok. Dış tarafında en azından değil mi? Evet. Epiteliye kadar baktı. До сих пор горит действительно. Интересно. Bu da o kadar sıkıntılı değil. Orada da bir sıkıntı yok. Hayırdır, sağlama çıktı. İnteresan.
Kolaylık diye. Смотрите, хорошее состояние. Уже окей, диорум. Как бы нам воздействие, которое мы оказали, они оказались полезными. Уже возымели свой эффект. Хочу опять вот на это. Хорошо, да. ENF. Сейчас, close. То есть у нас появились новые органы. Раз, два, три. И ноголар чекты. И давайте проведем анализ. И панкреас. Evet. Tıkladık. Bakabiliyorduk zaten. Bakabiliyorduk. Exit. Açıyoruz, açıyoruz. No. Pankreası mesela şimdi biz analiz tarama bitti, scan bitti. Hı-hı. Şimdi analiz kısmına geçmemiz lazım. Şimdi sadece burada ENF değil. ENF yapmayacağım zaten şimdi. Hı-hı. Şimdi test veya bunu yapacağız. Hı-hı. Buradan devam ediyoruz. Evet. Ve buradan şeyle seçeceğiz mesela. Patolojide işte şeyle. Seçili zaten. Bu, önce clear diyelim. Bunlar gitsin. Pankreasta. Ondan sonra bir dakika. C. Patoloji. İşte şey. C. Kırmızılar yok artık. Evet. Красных нет. Yani şeyde yok. Ha burada. Да вообще вон первый коэффициент 0,9. Вообще очень хорошо. Koresyon diyorduk. Кстати, вот эта кнопка включает сортировки. Сортировка по алфавиту, by name. Нажмите. Вам скажу. Онлар, мисля, бу сырламай дейстерли дейо. By name япын. То есть A, B, C и так далее. Это группа гёре. А групп это у нас группировка по, как бы, с конца. То есть, может быть, можно я покажу? Вот это вот U. Uh-huh. Группировка по этому символу. А, например, группировка по G. Гейлер топлар, да. Если групп япты забан, если сели групп. То есть достаточно просто выбрать вот какой-то эталон. Хасталыклар да группландырмышлар. О группа гёре ханги хасталыклар. Бурда бир сүрү чыктыы забан, группа басып, садыже гереклі олларды сесебилесіңіз де. Это хепсіні бакабилесіңіз де. Панкреатитис. Вот раз, два, три, четыре разных панкреатита. Хронический, острый геморрагический, острый какой-то, зимный и акут. Халя я мывали, а? Да, но коэффициенты, соответственно, они нормальные. И, то есть они невероятные, эти диагнозы. Kapattık. Bunu kapatıyoruz şimdi. Mesela işte pankreatitte bir sıkıntı bulamadık. Sıkıntı çıkamadık. Şimdi tamam, bol small intestine. Orada dörtler var mesela. Test ya da grafiğe basıyoruz. Hı-hı. Tamam. Onu da clear diyoruz. Bu çok tutun ayıyor. Var bir problem abi. Orada da bir işte şey yok. Sıkıntı yok. Спазмлар. Еще небольшой долг, правда. Я намыша узак, почему лайк сейчас не делаем. Ачкалама кысмы чевыжу сурчекли диори. Буралар чевы битти анда доктор. Ну или я скажу, что можно уже делать на... Şimdi buradan tekrar şimdi taramak için ADD yapıyorduk hem biz buradan. Hayır, eklemek için. Mesela şu şeyler kırmızı çıkar ya. Ondan sonra ha bunu ed yazınca ekledi. Şunlar kesin var dediniz. Ondan sonra buradan bunları kaldırıp tedavisini şey yapıp yine ekliyorsunuz. Sonra şey çıkıyor. Adamın hastalığı tedavisi çıkıyor. Ne verilmesi evet. Gereken işte oradan ed yaptınız. Bitti. Correction'da işte şey ya, ciddi mi değil mi? Hı-hı. Onu şey düzeltmek şey için. Entropi analizde işte mesafe ölçüyorsun. Ara mesafeyi. Ara mesafe yani kronik midir, akut mudur yani o işte şeydi. NLS analizde şey kan tahlili. Evet. Bitti. Tamam. Şimdi şu olan gelsin. Ben şimdi buradan başlarım. Buradan çıkayım ben mesela. Dur. Exit diyeyim. Bunu da kapatabiliyorum. Hı-hı. Buradan geldiği zaman ben buradan operatör başlayalım. Tamam. Komple bir gideyim. Hı-hı. Buradan notum alarak gideyim. Как пойдет? Вот мой друг. Bunu bitirelim ondan sonra. По ходу я буду конспекты брать с нуля. С оператора начну. Потом вот выберу, какие органы ему исследовать, потом давать.
все. Насколько это... Действие чувствую, хотя это может быть психологически просто. Да, вот это просто. Пару раз. Вечер гитте. Так, мы еще должны поработать с эпикризом. Психофизиологический тест. И психофизиологический тест. Значит, эпикриз и там примерно одинаковый. Поэтому давайте здесь с эпикризом поподробнее поработать. Челюсти. Ну, красота. Последний раз. Закрепление результата. На самом деле, да, порядок проведения энергоинформационного воздействия. Пускай записываем. Bu INF nasıl yapılması gerekir? Onu anlatacak. Yazın diyor. 1, 2, INF bu şey nasıl yapılır? INF'ydi değil mi o? Small intestines. Bunu kaç? Allah aşkına. Порядок проведения энергоинформационного воздействия. Information influence. Bu etkiyi nasıl yaparız? Bu birinci. После проведения первичного исследования органов. İlk başta işte scan yaparız. Organların taramasını yaparız. Пациенту можно оказать энергоинформационное воздействие. Подряд за один день можно провести там некоторое количество воздействий, 5, там, до 5, до 6. Ну, до 6, скажите. Günde 6 kere для одного органа, да? Да, для одного органа. Bir organ için en fazla günde 6 kez yapılabilir. За один день, ну, подряд. Yani arda arda 6 kere yapıldı. Daha fazla yapılmaması gerekir. Cidden cidden şey hissediyorum. Yazacağım. Yazacağım. Ne arayacak şimdi ya? Ya 6 kere şey günde 6 kere yapılır ha? Onu yapsam. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Значит. Şöyle seni çalayım. Vay amın telefonunu ya. Продолжаем. Значит, следующее. Должно быть 10 дней на каждый орган. Делает, то есть вот мы сделали сегодня на Large Intensive, мы делаем завтра и 10 дней так, по несколько сеансов в день. Her organ için işte 10 gün süreyle her gün yapılması lazım. Yani 5-6 kereden her gün. 10 gün. Yani tedavi süresi 10 gündür. Her organ için. Второй и последующие дни сеанс энергоинформационного воздействия начинается с того, что тестируется состояние органа на день воздействия. То есть второй, там, третий, пятый. İkinci günden itibaren de yine önce organ taranır. Sonra yani dünkü şey sonucuna bakarak tekrardan yapılır. После этого, то есть, протестировав орган, мы уже тогда начинаем оказывать энергоинформационное воздействие. Иначе у нас будет не совсем это удобно. То есть, мы не сможем сделать подряд никакого воздействия. Да. А, это, видимо, друг. Звонит. Кельзерн? Последний раз, да?
Завтра, если я куплю, да, вот, например, завтра обратно вот эта шестерка может обратно, ну, остаться с шестеркой, да? Если вот завтра. Ну, может быть, она, да, изменится. Может измениться. И потом какие? Это может остаться вечным, то есть хорошее. Не, пока, по крайней мере, длительно. Ну, врач пускай вам порекомендует какое-то таблетки, да? Таблетки там или какие-то там. Есть вот натуропаты такие, которые проводят лечение натуральными средствами, там, какими-нибудь биологическими какими-то добавками. Там, не знаю, кефиром, кому это положено, то есть диетой и, ну, физкультурой в том числе. О заман, Üçe düştüğü zaman, ikiye düştüğü zaman bırakabiliriz zaten. Prostat gland. Еще, да? Prostat gland, да. Ну, мы уже делали вот это. А, сделали, ага. Сейчас мы поднимемся еще, посмотрим, что там было. Ну, все. Efendim? İkiye, üçe düştüğü zaman normal dönmüş oluyor zaten. Evet, evet. 10 gün içerisinde. Ama şey diyor, normalde diyor, şeyle beraber, yani bu bitkisel ilaçlarla ya da doktor yazdığı ilaçlarla beraber giderse etkisi daha fazla şey olur diyor. Ya işte şey yapacaksınız, kendi işte normal fitoterapi bitkisel ilaçla beraber şey yapacaksınız diyor. Ya da işte şey öbür türlü de yaparsınız diyor. Ama günde bu şey yaparak. Bana dedi işte sen dedi işte şey yap diyor. Burada bu Herbalife'ın olsun işte şey olsun doğal yönlerle doğal yöntemlerle işte tedavi eden doktorla işte şey yap. Doktorlara inanmıyorsa, yani normal tıbba inanmıyorsa dedi. Bununla beraber işte bu bitkisel ilaçları al. Ama önce hangisi sana uygun onları belirle ve bunu da yap, ilacını da istiyor. Kalıcı olması için diyor. Anladım. Ya şimdi ben, burası yanıyor. Tamam mı? Cidden yanıyor, içerisi yanıyor. Manyet kalan bir yer için doğru. Hı-hı. Neden şey, orayı seçtiği zaman neden burası yani? Demek ki bu şey yapıyor. Evet. Mesela influence yapın. Siz orada dur, onu da seçmek dur, lazım. Bir saniye dur. Onu seçeceğim şimdi. Dur. Evet, center'da bunu seçeyim mi? Okay. Bir keresinde hemen düzeltti. Aşağı çekebilirsiniz. Это может быть даже простуда. Спины. Из этой шестерки. Может быть. Не спины, да, вот так. Магнитно-резонансная терапия, да? Текрар. Да. Oluyor değil mi? Hı-hı. Сейчас вот здесь. Значит, наконец. Нет, я не в рокер. К вам пришли. Угу. Здравствуйте. 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 И последний раз и все. Сон гезвы битрен. Давай с другой стороны. У нас же есть этот же орган только. Не, вот сейчас, у меня вот здесь, короче. Бурала с другой стороны. Давайте. Он алтылар, а? И херовая я потом. Yırttın paçayı. Düzelttik. Sabah ölmek üzereydin zaten. Söylesene. Утром, когда приехал, чуть не умер, а сейчас тебя сделали человеком. Потому что это было, скажем, ну, такое. Kalmamış gibi şey. Tertemiz kalmış adam. Tamam. Не узнаешь состояние. Итак. Exit. Да. Siz yapıyorsunuz değil mi şimdi sıfırdan? Eşmeyelim artık biz karayı tele. İki saattir oturdum ve sabitlerin ya. На него вот как нуля, от оператора хочет сказать.
Hadi bana da bakıyorsun.